Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там, точнее, на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите. Сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. Посмотрим, что за тестуда такое. Ну, это, кстати, он зря уехал с... Да, правильно, он не стреляет. Так, ну нормально, тестуда нормально стоит. Продолжаем строить легионеров. Христианство минус 40. Ну, в принципе, да. Нормально. Был плюс 4 легитимность. Пропаганда в Тарсусе. Последователя христианства. Давайте последователя христианства получим. Нет, очень, очень тяжко этот город как-то берется. Хоть и полностью окружен уже. Но. Ну, кстати, не... О, прошел наконец-то удар. Грек гораздо слабее, знания недалекие. Вавилон наивный и гораздо слабее. Короче, хетты там выносят Вавилон, судя по всему.
Так, где я могу собор поставить? А, я еще не открыл. Я не открыл систему сводов. Блин, кажется, я ее открывал. Не открыл, да. Ладно. В Кордубе зороастризм. В Авентикуме зороастризм. Тут дорогу провести, а то у меня из-за кораблей фигово. Убили булавоносца. Доводы христианства больше убеждают. Надо, чтобы выполнить амбицию. Ну вот, четырех придворных не получается как-то. 8 ходов осталось. Вообще надо У нас таймер опять медленно стоит. Есть, он там вообще
Может, поставить средний обратно? Да, у нас под 7 минут, наверное, где-то так. Я думаю, что это немного много. Так, 35 очков. По амбициям тут вряд ли мы победим. В принципе, просто там последние амбиции очень сложные. А вот по очкам нам осталось 16 очков. Нам бы какое-нибудь чудо еще построить. Вообще, от греков вот тут отбиться, а потом от варваров. Но мне кажется, следующим ходом мы как раз отобьемся. Я вот это копье уничтожу. Меняет строительство, это типа город захвачен? Не, убит рабочий. Дал лучше все необходимое. Так, 180 дерева надо. Из деревьев. Не, что-то там. Просто бой прокачаем. Аврелия Победоносная. У меня тоже Гасулавия Победоносная. Прям синхронная. Едва не готова. Едва не готова. Кстати, да, забавно. И каменщик работает 3 дня.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну чё, Грек, закончилась у тебя армия? Она не то чтобы особо начиналась. Это так, знаешь, чисто ритуальное самоубийство. Ну, я, у тебя приличная, кстати, армия была. Я думал, ты хоть что-то сможешь сделать ему. Так он на меня напал, а не я на него. Подальше. А тут что-то приперлось. Ну, плюс я в этого долбаного слона еще долбился. Да, в слона ты весело долбился. Слушай, Египет, а чё не хен так тяжело берется? Чё ты там сделал? А? Я тебя не слышу. Напиши в чатик. У меня просто окружен со всех клеток, и еще там... На 2-3 клетки стоят лучники, каждый ход это все обстреливает и атакует город, и то еле-еле снимается. А там же ров у него, по-моему, построен. А, я еще и катапультами его обстреливаю. Все равно как-то слабенько. У меня у нас цивиков до хрена. Ну вот юриспруденция позволит что-то там принять, гильдии или знать. А что у нас? А, где это? Все города плюс одно счастье и минус шанс к мятежникам. Содержание в деньгах, а знать? Все города плюс два приказа легендарные. Ну, а, переносят в следующие года. Блин, тут надо подумать, что взять вообще-то.
и то, круто. В Новый Вавилон это ты сам переименовал? Ну, это греческий город бывший, по-моему. Ну да, я поэтому и спрашиваю. Да. А, блин, по пустыне дорогу нельзя строить. Это вообще, конечно, самое дебильное. По-моему, Египет может строить. Так, а что мельница дает? Рудникам, каменоломням, лесопилкам. Ну, такое. Я бы здесь скорее хотел. Да, да, это раздражает. Типа, у тебя, во-первых, торговый путь не проложи, ну, типа, дорогами не соединить. Во-вторых, юниты тормозить всегда будут. Гавани и деревни плюс 20% ресурсов от сбора. А сбор что считается сбором? А, собора, блин, сбор, блин. От собора рудники и каменоломни плюс 20%, а просветление... Слушай, Вавилон, а там, я так понимаю, на Ур прямо реально большое нападение было, да? Ну прям там толпа пришла этих... Ребят, красно. Они как раз вовремя пришли, я чувствую. Искупление. Просто у тебя там половина хп, я смотрю, Ур снят, и там еще юниты ранены. Там, видимо, вообще жесть какая-то была. Блин, 19 приказов осталось. Так, давайте собрать войска. Давайте... Кстати, я забыл, а мы украли теху или нет? Давайте пробовать еще раз красть теху. Так, с семьями у нас все. Хотя Юлиям нам можно. Так. И Верховный Синод. Ну, а смысл? Верховный Синод улучшает отношения. У нас с христианством зашибись все. Все, нам больше нечего делать. Так, тут давно мы я его не слышал. С греком разобрались. Да. Вот этого надо... Так, выполнили амбицию. Ну что, наверное, надо туда плыть? Или сначала с варварами идти снизу? Да же, ты убежал от меня. Ну, кавалерия, кстати, это очень большая сила все-таки. Это просто очень большая сила. Какая кавалерия сила? Ну, в принципе, кавалерия ахетская. Ну, она прям очень крутая. Она... У меня сейчас заходит. Так, успели починить здесь, слава богу. Так, этих лечимся и, в общем-то, сейчас будем переправляться туда, к греку.
Так, мы всех переправили? Просто, наверное, эти морские юниты буду подводить. Так, защищайте всех мирных жителей. Нет, какой государственный Заратустра, вы чё? А, кстати. Да, я хочу гильдии почему-то поставить пока. Мне вроде хватает приказов. Три купальни с подогревом, 10 старших, вот 10 старших специалистов можно попробовать. Можно пострелять, наконец? Тянет тут все вот этого, давайте. Угу. Ну я легионеров буду клепать. Прощника сделали. Священника, ученика. Убираем Зороастрин. Постоянно, блин, распространяется, хотя до Авентикума никак не доберусь. Так, вот этого, если я возьму, то 3 хода, там 4. Будем надеяться, что еще какой-нибудь придворный появится. То есть это будет третий придворный. Просто пешочком пойду.
А, подожди, там, наверное, прохода нет. Блин. Фуф, отбились. Так, ну нам очки надо зарабатывать, а для этого надо города захватывать. А у нас ни хрена не берется. Что Рим хочет, так сказать, подобраться с обратной стороны. К твоей сладкой греческой попке? Ну, вообще-то она уже на самом деле не греческая. Или ты все-таки к Греции подбираешься? Да, так я же с Грецией воюю. А, ты имеешь в виду, что к тебе? Нет, я же с Грецией воюю. Как я могу нападать на тебя, когда у меня вон грек? Да ты грек-то такое дело. Так, ну я думаю, что следующим ходом все-таки Нихен падет. Тут не война, тут ритуальное самоубийство, все нормально. Царь Лабаш Мардук отрекся от престола? Не справился он с ответственностью, возложенной на него. Так, интересно, можем мы язычество убрать? Наверное, нет. Самое забавное, что я вообще не планировал воевать с Вавилоном, типа, но он решил меня напасть. А с кем ты планировал воевать? Да ни с вот кем. Вот именно. Там такая армия. Вы бы... Ну, я просто смотрю, у тебя много армии, я подстраивал на всякий случай. Ты взял, напал зачем-то. Вот так все войны происходят на самом деле. Лук пал вилками, господи боже.
Так, 10 старших специалистов. Прачник здесь. У меня произошел призыв заключенных. Из тюрем. Да, я понял. Может, надо было на городе сосредоточиться. Возьму ли я его сейчас? Да, должен брать. Да. Фу, блин, господи, сука, я его колупал. У него армия как раз идет. Да. Это было реально долго. Ну, опять смотрите, какие тормоза. Проведу все-таки тут дорогу без этого, этой пустыни. Ну, походу мы тут только с Кицалем остались на что-то претендующее. Давайте уже ваши амбиции заканчивайте, чтобы уже... Не, я думаю, тут по очкам. Там последние амбиции, 9-10, там будет просто, типа, построить 3 легендарных чуда, например. А их всего 3, понимаешь? Что-нибудь такое. Ну да, там, или стать великим, это сложно, это тоже очень амбиция. Я, кстати, Аврелия Львица. Тутанхамон плохой. Бучилина, не хочешь его? Это... Тобой. Апоплексический удар табакеркой? Да. Плохой он только что был... Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон.
тоже львица, я прям по пятам за тобой. Повторяка. Ай, блин, мисклик. Так, всех... Вот еще один. А, не хватает. Ладно, тогда повышу просто. Может, все-таки перемирие заключим? Какая разница, будет у тебя этот Вавилон или нет? Все равно уже не умираем. Нифига себе, бессмыслие. Я-то еще могу выиграть, мне кажется. Дело в том, что если мы сейчас будем запарываться, то кое-кто выиграет 100%. А в смысле, что запарываться? У тебя юнитов-то не осталось уже, я просто забираю твои города. По-моему, нет. Может, мне так кажется, конечно. Да, мне кажется, это тебе кажется, ну как хочешь. Не, подожди. Эту надо тоже к городу. Да, абсолютно одинаково с хеттами. Он тоже аналогичный, знающий. Это значит, что одинаково. У тебя единственное, у меня на одно очко больше, а у тебя на одну амбицию больше. Ну да. И это не вкладываться, да? Чисто зороастризмом. Да, да. Как-то пришлось к месту. Ну, он, видишь, он его, ну... У тебя только чисто на монастыри и все. И ты решил, уже тебе ничего не надо там.
просто нет времени этих последователей строить. Ну как, у тебя какой-то город на еду заточен. А ты ж там армии не будешь строить. Грек, у твоих рабочих паника. Наблюдаю. Ой. Это у тебя у Аспасиополиса восставшие или набег? А хрен его не пойми. В расставших вроде быть не должно, но они откуда-то, блин, заспавнили две штуки. То есть вот эта половина снята с города, это чисто восставшие так? Ну, то есть вот эти варвары вот так сделали? Ну, а там что-то я это вот провтыкал, пока с тобой воевал, до того же. А это... классика Халецкого вынести, а то, что у меня там сзади пофигу. А, нормально, я просто подготовил тебе город, чтобы тебе было проще. Вот, видишь, все хорошо, все нормально. Так, 2172. Блин, вообще плюс один. У меня плюс один еды, кстати. Надо, наверное, еды немножко поделать. Вип-то вон там какие-то восставшие. То у меня тут только... Ну, хотя он шестой уровень в Авентикуме. Несчастье, там тоже могут быть восставшие. Шестой, пятый уровень. Но в моих основных у всех кордов без шестой уровень. У него три легендарных, у меня один легендарный город.
Так, ну сейчас грека не станет. Так, ну я так понимаю, грека сейчас не станет. Кого из столицы нет? Знаешь, тут считается столицей тот город, где у тебя царь типа сидит. Так, что там за крестьяне мне в жопу вилы? Да блин, а можно выбрать юнит наконец? Да, ё-моё. Вообще удивительно, как вот этими ополченцами можно долго сопротивляться. Это просто очень мощный юнит, на самом деле. Так. Да если бы не эти катапульты в количестве 4 штук, не взяли бы этот город, эти юниты никаким образом. Да, вот мне тоже кажется, я поэтому переключился на катапульты, да. Так что как-то так. Ну ладненько, в связи с тем, что моя столица пала, предлагаю откланяться. Всем спасибо. Да, ну ты вместе с греком, в общем-то. Спасибо, да, за игру. Спасибо, я вам тоже был рад. Ну что, какие тебе, расскажите лучше, какие впечатления от сетевой World World? Я ожидал, что будет более сырая игра. Как-то более-менее. Мне даже понравилось. Слушай, мне вообще в кайф, мне очень нравится, да. Она не начала лагать спустя несколько часов после начала игры, а это значит, что она стала лучше. Ну, у меня местами, то есть я переключаюсь на некоторые города, и там тормоза начинаются. Ну и вот я даже... У меня нет вообще тормозов. Вообще и нет. Я даже не знаю, это не... Ну, не причем... Ну, то есть там не зависит от того, что там построено или что-то сделано. Просто иногда какие-то небольшие тормоза были. Ну, вылет был несколько раз, но это ж может быть не связано конкретно с игрой. Да, да. Но там был конкретный вылет. Я два раза одинаково походил скаутом, и в одно время место он приходил, и там происходил вылет. Возможно, там запрятался другой скаут, и поэтому он залетал. Ой. Вообще, конечно, им надо еще доработать систему с послами, потому что, типа, ты нанимаешь посла, а так как это не компьютер, то вообще смысл в этом после, я так особо и не понял, для чего он тут нужен. Ну, чисто кинуть там дружбу, мир, вот это вот и все. Ну, вот разве что. А отправлять его в эти самые, в фракийцам, вот этим, короче, племенам, и фармить с них по 20 экспы. Ну, типа. Еще можно эти синоды, по-моему, проводить, но это уже по более поздней игре. Я не помню. Ну, короче, да. Амбассадором, да. Как-то так. Ну, короче, всем хорошего доигрывания. Спасибо. Спасибо за игру, да, спасибо. Да, спасибо за игру. До свидания. То есть настрое осталось, да?
Так, а ты его как-то можешь кикнуть? Или как это организовано здесь будет сейчас? В смысле? А он что, не вышел? Ну, я так понимаю, что... А, вот, все, сейчас, угу. Да. У меня тут нету никаких, кстати, этих возможностей по кику или еще чего-то. Ну, типа, за него продолжит компьютер играть? Или... Ну, я думаю, да. Вот это интересно. А, муштры не хватает. Ну, я думаю, надо эти города Вавилона тогда забирать мне. А, блин, еще захват тут идет. Да, может, мир заключить с Египтом. Ну, этот город надо забрать. Фиг знает. Че, какие там у тебя последние амбиции? Девятая, десятая. Ну, у меня еще десятой амбиции нет. У меня только девятая. Ну и что она, типа... Ну, чудеса, ладно. Чудеса, короче. Легендарные? Да. Три легендарных чуда, да, вот это... Или два легендарных? Нет, четыре всего, одно из них легендарное, вот такое. В принципе, это, кстати, выполнимая амбиция, мне кажется. Учитывая, что я уже одно легендарное чудо строю, в принципе, она выполнимая. Так, дальнобойные лучники, наверное. Так, а Нихен это какой? Ага. Ну, давайте, наверное, Фабии. Следующим ходом королева умрет. Лёш, это ты вылетел? Нет, я тут. Египетские города берут варвары. Господи, Пермиджет, я смотрю, там тоже варвары берут вообще. Это что-то... И вот Вавилон тоже с другой стороны варвары берут. Как-то тут так сделано, видимо, что если ты проигрываешь, то там все недовольны и появляется куча варваров. Не знаю.
Они прям ударили вовремя очень, чтобы мне очень помогли, в общем, своим нападением типа рода. Сколько у тебя приказов на этот момент? 52. А у тебя? У меня 80 пишет. Нормально. Но я чудо на приказы построил, правда. Начали атаку. Пучерина пишет, что начали атаку варвары за несколько ходов до моей. Жемчуг. Слушайте, может, все-таки пауза? Тут как бы сейчас еще играть и играть, а уже довольно поздно. Ну, давай. Давайте на следующий ход сейф. Я как-то не думаю, что тут еще играть и играть. Тут, смотри, осталось 12 очков. То есть, ну, я захватываю еще... Ну, то есть, грубо говоря, это 12 городов, да? Или более развитые города. Мне кажется, тут ходов 10. Но все равно это прилично по времени. Ну, не знаю, если быстро будем кликать, можно попробовать. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже в плейлисте этого прохождения. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.